Вниманию населения! В связи с проведением ремонтных работ с 10 июня будет запрещено движение автомобильного транспорта по улице Космонавтов. Движение автобусного маршрута номер 2 будет осуществляться по следующей схеме. Преследование из речной части города. Улица Гагарина, улица Марии Булгаковой, Печорский проспект, улица Железнодорожная и далее по установленному маршруту. Из железнодорожной части. Улица Железнодорожная, Печорский проспект, улица Марии Булгаковой, улица Гагарина и далее по установленному маршруту. Медицинский центр «Семейный доктор» приглашает 8 июня на прием к эндокринологу Плюсниной Ирине Николаевне, 10 июня к врачу-аллергологу-иммунологу Вязовой Жанне Алексеевне, город Сыктывкар. Информация и запись по телефонам 31270 и 8912-567-6121. Адрес: Печорский проспект, 57. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Уважаемые жители и гости Печоры, приглашаем вас 8 июня в 9 часов на ярмарку выходного дня, которая состоится на территории, прилегающей к торговому комплексу «Нефтяник». Ярмарка проводится в рамках реализации проекта «Выбирай наши». Вниманию покупателей будут предложены товары сельхозпроизводителей Печорского района. Предприятию требуется пекарь, заработная плата 30 тысяч рублей, помощник пекаря, кухонный работник, оплата по результатам собеседования. Обращайтесь по телефону 8-912-122-25-51. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в Центры обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 35690. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.